Привет, друзья! Меня зовут Сергей Куваев, и сейчас я нахожусь в японском офисе одной крупной японской компании. И вот что я здесь обнаружил. Такие забавные фигурки. Сейчас это последняя, так сказать, мода японская. Фигурка называется фучико. Фучико — это от слова такой ободок на чашке. Я не знаю, как это называется, вот эта грань на чашке, она называется фучи. И вот эти маленькие девочки, похожие на какие-то фигурки девочек, они называются фучико. То есть их вот модно сейчас сажать на кружки, на всякие горшочки и так далее. То есть это выглядит очень каваи. Стоит одна фигурка около 200 йен, но они в основном так не продаются, они достаются из специальных аппаратов. Таких, которые надо кидать монетку, там 200 йен, 100-200 йен, и выкатывается шарик. В шарике будет какой-нибудь сувенир, и вот можно такой сувенирчик выиграть. Фучко. Мне вот это больше всего нравится, который пытается залезть, вскарабкаться. Ладно, надеюсь, это было интересно. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, палец вверх. Всего вам хорошего.